Сегодня в Харькове проходит первый национальный рейтинговый чемпионат по джиу-джитсу Ukrainian National Challenge. Задача и главная цель этого чемпионата – отобрать сильнейших джитсеров Украины на основании официального рейтинга. До этого в Украине по этому виду спорта никто этих рейтингов не составлял, поэтому будет очень интересно, кто же в Киеве зимой этого года в финале получит наибольший балл и кто же возглавит рейтинговый лист по нашей версии. Задача Федерации развития бразильского джиу-джитсу в Украине – как можно больше привлечь молодежь с улиц на татами. Все мы прекрасно понимаем, что дети – наше будущее. Вот это самая основная задача нашей Федерации. Занимаюсь этим видом спорта уже где-то около 3 лет. Изначально занимался карате, продрался 12 лет, выступал, был призером Украины. Сейчас являюсь тренером. Вот у меня ребята тоже чемпионы Украины по карате. Сейчас увлекся джиу-джитсу, так как по карате не получается уже выступать, уже травмы не позволяют. Вот. И джиу-джитсу как бы не менее эффективный вид спорта, но как бы довольно-таки мягкий и интересный, захватывающий. В Украине он довольно-таки молодой, вот. Развивается стремительно. Бразильским джиу-джитсу я занимаюсь полгода. Выступил на сегодняшних соревнованиях, своим выступлением доволен. Я буду дальше тренироваться и хочу стать чемпионом мира. Я выступал на соревнованиях, у меня было 2 схватки. Мне нравится очень этот вид спорта, он делает меня сильнее. Нас тренер учит очень хорошим приемам. Когда я вырасту, я хочу стать чемпионом мира.